друзья, я ушла немножко в сторону от праздника и похожу просто по городу, покажу вам улицы и дома. Вот сейчас я нахожусь на улице Авоту. Вот то здание, это архив. Здесь, наверное, водокачка какая-то была. Вот тоже маленький домик деревянный. В нем живут люди. Вот тоже хорошая улица из булыжников. Видите, такая. Тоже Авоту улица. А вот это источник. Сейчас я иду по улице Васарница. Васарница — это дачная улица называется. Посмотрите, тут здесь тоже дома. Посмотрите, какой куст. Гортензия. Всюду красиво, ухоженные парки. Посмотрите, покажу вам этот куст. Посмотрите, какой цвет, какая красота. Полюбуйтесь парком. Здесь тихо и спокойно. Все торжества на набережной. Друзья, а это Венспилсская дума. Такое красивое здание. И на нем стоит герб города. Вот так. Венспилс, пилс это с дома. Все в цветах, все ухожено, скамейки интересные. Вот видите, для велосипедов тоже очень интересные держатели. А здесь вот стела стоит «Пар Латвию 1918 по 1920 год». Ну вот, а через дорогу парк. Сейчас тоже пройдусь по нему, покажу вам его. Ой, какие там цветы. Гортензия. Друзья, а это клёно-лиственный платан. Здесь вот даже написана табличка, что он посажен в 2021 году. И в то время, когда Венспилсский нафтотерминал отмечал 60-летие своего предприятия. Вот такой платан. Такое вырастет дерево. Посмотрите, какая красота. Какие цвета, какие шапки. Я не могу остаться равнодушной к этим цветам. Вообще, к газонам Венспилсе. Посмотрите, как все сделано. Смотрите, какие шапки. Ну, и вид из этого парка на Думу. Друзья, а здесь еще один парк. Посмотрите, здесь как красиво сделан газон. А вот там вдали концертный зал. Смотрите, как подстрижены кусты. И какого они цвета интересного. Там концертный зал. Смотрите, как красиво. Там фонтан. Вот
Видите, концертный зал Латвия. А здесь композиция из цветов. Венспилсе, друзья, прошел 22-й международный фестиваль цветочных ковров. И вот каждая композиция имеет свое название, и за эту композицию, которая вам понравится, можно проголосовать. В конце будут результаты. Голосовать камушками. Вот видите, взять камушек и положить, если вам понравился, если вам понравилась эта композиция. Камушки стоят, можно голосовать за эту композицию. Все такое яркое, все такое красивое. Друзья, а это фонтан, называется Валзивс. Построен в 2016 году. Друзья, посмотрите, как здорово в бассейне купаются дети, собаки. Это не бассейн, это фонтан. Так вода стекает. Друзья, сверху с этих труб стекает вода, как будто паруса. Очень красивый фонтан, очень. За фонтаном, конечно, опять палатки, опять что-то продают, опять что-то пробуют. Друзья, я подошла к концертному залу «Латвия». Здесь еще находится Венспилсская музыкальная
средняя школа. Вот видите, Венспилсская музыкальная средняя школа. Вот такой красивый концертный зал. Вот эта площадь напротив концертного зала. Сегодня день города в Венспилсе. И вот этот фонтан в виде корабля. Друзья, а так выглядит фойе этого концертного зала. Смотрите, как красиво. Тут дерево. Вот здесь вход. А здесь вот лестница поднимается вверх. Вот так. Ну, я не буду наверх подниматься. Просто покажу вам интерьер. Здесь гардероб. Также здесь кафе интересное есть. Потом покажу вам чуть позже. Друзья, сейчас я вам покажу кафе в концертном зале «Латвия» в Венспилсе. Смотрите, столики как красиво. Смотрите, какая водочка. Пирожные есть. Вкуснятина. 3 евро стоят. Здесь тоже цветы. Здесь тоже разные вкуснятина. Пирожки. 4 евро. Вот. Здесь тоже, смотрите. Посмотрите, на столах стоят вот такие композиции. А здесь посмотрите, какие цветы, какая композиция из цветов. На улице это все живые цветы. Посмотрите, это все у концертного зала. Ну вот, друзья, еще раз вам вид на концертный зал. А вот там на площади этот фонтан в виде корабля, где я вам показывала. Вот так выглядит концертный зал издали. Смотрите, как красиво. Ему 5 лет. Был праздник в честь 5-летия концертного зала здесь. Друзья, посмотрите, как здесь сделана аллея из лип. Посмотрите, какие они высокие и как они подстрижены. Вот целая аллея. Это все у концертного зала. Вот я вам чуть ближе покажу. Ой, посмотрите, вот это да. Очень длинная, красивая аллея. Друзья, посмотрите, какие здесь деревья и как здесь подстрижены они, и как видно, это улица в перспективе вот с этой стороны. И сейчас я в ту сторону вам покажу то же самое. Они очень старые деревья, но очень ухоженные. Вот этот концертный зал еще раз на этой улице. Как она называется, эта улица, не знаю. Сейчас посмотрю, скажу. Смотрите, как идет дорожка. Тоже деревья, ветки деревьев соединяются. Красиво. А это здание школы. Вторая виду школа. Вот это вторая школа.
друзья, это очередная коровка. Молодежная. А мы продолжаем идти по улице Кулдыгас. И вот вот эти аллеи из лип, вот такие, на улице Кулдыгас. Друзья, Венспилсу 734 года в этом году. Вот дальше концертный зал и фонтан. Посмотрите, какие композиции в парке. Друзья, мы сейчас пришли еще в один парк. Это продолжение парка, который там был у концертного зала. И здесь вот, видите, фонтан лодочки называется. Очень красиво тоже. Видите? И всюду у них стоят скамейки. Можно и на солнце посидеть, и в тенечке. Смотрите, травка скошена. Сейчас я обойду, кружочек сделаю. Покажу вам фонтан с теневой стороны. Вот там, видите, тоже цветы, эти гортензии большущие. Все красиво так сделано. Прелесть. Смотрите, ну вот. Вот они, лодочки. Видите, как красиво смотрится с теневой стороны. И там вот тоже гортензия, желтые эти цветы смотрятся. Смотрите. Друзья, вы видите радугу? Смотрите, какая красота! Вот это да! Вот такая большая радуга! Все больше и больше! Вот такое коромысло, полукоромысло! Ой, прелесть! Смотрите, очередная клумба. Я сейчас иду к цветочным часам. Смотрите, друзья. А это улица Кулдыгас. Вот это те липы, которые очень красиво подстрижены. Посмотрите, какие сделаны стоянки для велосипедов и скамеечка рядышком. Друзья, а я подошла к цветочным часам. Это находится на углу Лелес проспект и Кулдыга. Здесь вот такие красивые цветочные часы. Они идут. Видите? Без 24. Друзья, а вот еще один фонтан. Смотрите, в виде зонтика. Друзья, мы идем к автостанции, и нам все время встречаются парки, скверы с фонтанами. Посмотрите. Смотрите, как подстрижены деревья. Какая красота. Здесь даже еще розы цветут. Здесь совсем другой сквер. Тут, наверное, розовый сквер.
Посмотрите, кусты подстрижены, скамейки покрашены. Да, еще цветут розочки. Смотрите. Боже, как красиво здесь. Сейчас подойду к фонтану. Дети пользуются водой из фонтана. Ноги моют, купаются. Смотрите. А здесь еще скульптуры. Не знаю, что это изображается. Так, табличка уже стерта, давно, наверное, поставлена. А вот это, видите, похож на слона с мячиками. Ну, сейчас почитаю. Дзервеню Эдайс называется. Ничего себе, в 2006 году. Здесь установлено и сделано. Карлис Иле. Смотрите, какие здесь композиции. Видите? Красота. Венспилс – пятый по населению город. Он находится в Курземе. Это небольшой город по прибалтийским меркам. Но у него есть яркая особенность. Рекомендую посетить город Венспилс. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Ирина. До свидания.